Всем привет, и в этом видео мы с Антоном будем стрелять с вот той вот оружие, покажи. А с этого оружия мы будем стрелять вот в ту мишень. И кто попадает в центр, как бы, ну понятное дело, тот выигрывает. А кто меньше всех попал, или в принципе даже не попал, мы придумаем. Тот съедает гнилой помидор. В общем, первый Антон, давай. Давай. Пойдем смотреть. А мы смазаем. Ну, неплохо. И вторая вот. В смысле? Откуда она все? А, это вот ты как раз таки попал. Это, скорее всего, уже было. Да-да-да, это тут ты попал. А когда ты стрелял? Подожди. В общем, ребят, попал Антоха вот сюда. Но не попал он, короче. Да снимай меня. В общем, ребят, сейчас буду стрелять я. Как обычно, промажешь. Кто его знает? Ну, трясется все. Ой, я почти побил. Вот они наши пули. Еще ближе, можно снять? Давай. Не понял. Че? Я попал или нет? Вообще нет, никуда. Я понял. Короче, понял, лох. Так, ребята, второй раз мой. Надеюсь, ты промажешь. Ну! Пойдемте глянем. Пойдемте. Просто. Просто здравствуй. Короче, моя цель была ближе вот здесь. Вот твоя какая? Моя вот эта. Не, подожди. Да, моя вот эта. Самая, которая близкая, да? Да. Вторая я промазал. И третий раз, ребята, короче, третий раз кто проигрывает. Тот... ничего не получает. Давай! Ёпта! Кто здесь, батя? Вот так вот. Тема такая, я сейчас этот помидор должен себе разбить облок. Начали. Да, вот так вот. Ох, как это было смачно. Снято.